Сотні дитячих гульнявых и спортивных пляцовок планируется добраупорядковать в межах республиканской акции «Дорым радость». Мероприемство проводится упершиню по инициативе Белорусского союза жаншин. У его рамках активистки мают намер з'яднать белорусское громадство вокруг реализации значных и добрых справ. А у областном центре об старте проекта «Дорым радость» обвестили у дворы дитячего дома семейного типа, что по улице Волковича. Пачатак акции у Пронемани был дадзены на выходных. Символичным стало и место яе проведения – двор дитячего дома семейного типа по улице Волковича у Гродни. Для выхованцев, с якими у представниц Белорусского союза жанчин Гродинщины давние сябровские относины подрыхтовали забавляльную программу. Яркие казачные персонажи пели, танцевали и усяляк веселили детей. На проконце свята хлопчиков и девчинок, а так само их батьков, чекали солодкие подарунки. А кроме этого, малечи отримали спортивный инвентар, який был апробованы тут же на обновленной дорослым прасонным десантом пляцовцы. Скоро каникулы. Конечно, наши малыши пойдут отдыхать. И, наверное, сегодня очень важно привести все детские площадки, все спортивные площадки в порядок, чтобы создать настроение и взрослым, и нашим, конечно же, замечательным детям. Поэтому по всей области, в целом, собственно, по всей стране пройдет такая акция. До слова, республиканская акция «Дорым радость» на Гродинщине проходит упершиню. Мета яе организаторов Белорусского союза жанчин оказалась близкой гродинцам. У выніку чаго до проекта долучились іншие громадские организации. Беларусь, Федерация профсоюзов, Белорусский республиканский союз молоди. Разом активисты добраупорядковывают сотни дитячих гульнявых и спортивных пляцовок по всей области. Работы протягнутся тягом 2 тыдняў и завершатся 1 чэрвеня у Международный день обороны детей.